Доброго дня. І знову у нашій студії дуже актуальна розмова на гострі, я би сказала, навіть гарячі події вчорашнього дня. Ми вже багато говорили з експертами, багато говорили з журналістами, політиками і політологами, а сьогодні ми поговоримо з людиною, яка компетентна в правовій сфері. Сьогодні у нас в гостях Володимир Тимошенко, голова адвокатського об'єднання «Тимошенко і партнери». Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, и сразу из корабля на бал. Мы много говорили о политической составляющей вчерашних событий. Очень бы хотелось знать ваше мнение, как человека, знакомого с и криминальным кодексом в том числе. Какие вот нарушения с точки зрения закона, если просто отмести всякие политические штуки, вчера наблюдались возле Верховной Рады? И что за это, какое наказание, согласно этому же кодексу, закону должны понести и кто? Ну, вы знаете, что после этих трагических событий, можно там сказать, было возбуждено, ну, сейчас называется это порушено провадження по 4 статьям Уголовного кодекса. Угу. Они связаны в основном с нарушением правил общественного порядка и покушением на жизнь работника милиции, находящегося при исполнении. Собственно, так воспользуясь уголовным правом прокуратуры города Киева. В свою очередь МВД настаивает, поскольку мы знаем, что погибли именно сотрудники, уже, к сожалению, два человека, да? Да, мы знаем, что погибли сотрудники именно МВД, они настаивают на статье о терроризме. Это 258 статья Уголовного кодекса, которая называется «Террористический акт». Значит, но в любом случае здесь, я думаю, что дело специалистов-криминалистов установить, что было на самом деле совершено. Потому что сегодня опять была информация о том, что все-таки первый погибший, он погиб не от осколочного ранения, гранаты разорвавшейся, а от пули. Все-таки от пули? Ну, это опять же было сообщение МВД, и, то есть это неофициально было сообщение, но вполне от речники МВД. И поэтому, то есть первично тут так они установили, так об этом как бы заявил министр, о том, что человек погиб от пули. Потом все-таки пули не было, вроде бы стрельбы не было, была граната взорвавшаяся, и поэтому вторая была диагноз, опять же предварительно, что все-таки умер от осколочного ранения. А сегодня опять заговорили о том, что первый человек, который умер еще вчера, погиб. Кстати, обратите внимание, трагическая какая ситуация. Игорь бросал того, кого задержали, Игорь погиб, и обоим по 24 года. Ух ты! Вот да, поэтому, действительно, как-то не обратила внимания. Поэтому, в общем-то, ну, действительно, мы не можем утверждать пока, да, что это все-таки, это действительно тот Игорь, который бросал. Ну, хотя все уже политики заявили, и, кстати, вот я на минуточку вас перебью, вот официальная страница батальона «Сич», которому принадлежал вот этот Игорь Гуменюк. Которого, и вот СИЧ как бы уже признает, что это их человек, они как бы задержание, против этого задержания не протестуют, не говорят, что это не он. И написали они такую штуку, что боец батальону СИЧ Игорь Гуменюк перебывал в это время, когда события были, в процессе звільнення на подставе власноручно написанного рапорта про звільнення за власним бажанням. У вас не возникает такая аналогия, когда вот было задержание российских военнослужащих, ага, да, они тоже были то ли в увольнении, то ли в отпуске, то ли где-нибудь еще. СИЧ не отрекается от него на самом деле, и он заявил о том, что все-таки он бросал, ну, предварительно признавшись об этом, хотя мы знаем, что это является нецелесообразным доказательством. И нашли якобы при нем еще и гранату, ну, из первых источников. Еще дополнительно. Дополнительно, да. И гранаты были обе боевые, РГД, это как бы разрывные гранаты поражающего действия. Но вот там были смерти, и вот причины смерти, видите, мы с вами пока даже до сих пор не знаем, пока еще официальной информации по этому поводу нет. И поэтому погибли этот парень Игорь первый от руки Игоря из СИЧи, мы не знаем. Поэтому все-таки начало уголовного дела и тщательное расследование, оно должно быть тщательное и должно как бы ответить нам на вопросы, что там произошло. Но то, что там были, безусловно, мы видели факты нарушения общественного порядка, причем, как это не прискорбно, в том числе и от политических деятелей, да, показывали и Фарион с палкой, дубинкой, непонятно, которая да, била, да, бывший депутат народный и первый, как бы, человек от свободы, Олег Тегнебок.
ну, пусть он как бы участвовал в драке, там, он, по его словам, правда, он как-то пытался куда-то там освободить из работников внутренних дел, но, ну, по агрессии, по выражению цензурной брани, которые были, в общем-то, это уже как минимум мелко хулиганство. Задам немножко провокационный вопрос, который задают нам наши читатели. Чем эта ситуация отличается от ситуации с Беркутом два года назад? Вы знаете, абсолютно правильный вопрос, он и не провокационный. На самом деле аналогии проводить нужно, параллели проводить нужно. Помните, до 2013 года, до этих трагических событий, начиная с декабря, да, и заканчивая революцией гидности, ну, окончанием этой революции, Украина была самой спокойной страной среди стран СНГ. Угу. Здесь были крайне редкие какие-то экстремистские выходки, здесь не было национальной вражды никогда, здесь не было практически убийств по национальному признаку или по политическим каким-то, да, каким-то признакам были. То есть вот такое покушение на жизнь Черновола, да, и его смерть такая странная, вот, в общем-то, вот и пропажа, наверное, Гангадзе, да, это вот два таких громких события, о которых мы говорим в контексте политических убийств или там разборок, а больше это особо не было. И вот, к сожалению, именно с 2013 года, с конца 2013 года, вот при смене той власти предыдущей, произошли очень много. Вы смотрите, начиная все-таки это небесные сотни, и много-много людей и с той, и с другой стороны погибших в зоне АТО. То есть мы как-то уже почти, грубо говоря, привыкли к этому делу. И вы знаете, когда ты сам, когда читаешь беглые новости, сводки АТО, и там 1-2 человека уже как-то так тоже почти, ну, именно погибших или там раненых, уже даже как-то так особо не потрясает. Хотя помните первая смерть, которая была на Майдане, ну, как она всех потрясла, сколько это было для нас. Конечно, да. Для нас это было неожиданно. Так вот, между последствиями действительно четкие прямые параллели. И там противостояние требующего народа, с одной стороны, и с другой стороны сотрудников органов правоохранительных. То есть и там эта параллель, она более чем очевидна. Угу. И кто-то переходит эту грань, в результате чего последствия – это жертвы человеческие. И мы сегодня, да, говорят о 140 человек, которые находятся только в больнице, обратились за помощью, и два погибших. Это катастрофа, на самом деле. То есть, если я вас правильно поняла, то вы хотите сказать, что разница в том, что последствия, в том случае… Последствиях разницы, да, никакой нет. И в причине, в том случае равенство нарушил как бы Беркут, а в этом случае сами митингующие. Ну, вы понимаете, это самое, мы сейчас, опять же, пока не окончено следствие по преступлениям Майдана. Это, кстати, оно еще да, не окончено. Да, оно еще не окончено, и информация поступает, как вы понимаете и знаете, наверное, довольно-таки противоречивая, хотя содержано довольно-таки немного, к сожалению, людей, причастных к этому преступлению с точки зрения бывшей власти. Вот. Но суда нету пока, следствие не закончено, никто не пока не назван преступником, поэтому причины мы... Называть пока как бы мы можем их просто трактовать, но они не окончательны, по крайней мере, и суд не признал этих людей виновными. Здесь, по горячим следам, то, что случилось вчера, очевидно, что... Нарушения, ну, противозаконные действия со стороны очень многих людей были, но у нас же существует так называемый детерминизм, да, что-то вызывает причину, а что-то является следствием. Да, да. И обратите внимание, что все-таки вторую аналогию тоже проводят. Помните 16 января 2014 года и вчерашнее заседание Верховного Совета? Да, 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 да. Колоссальный закон, самый главный, существующий в Украине, Конституция Украины, подвергается изменению, пусть это первое чтение, пусть это не окончательное, пусть это еще нет решений других органов, типа Конституционного суда по этому поводу, но и пусть это одобряется большинством зарубежных государств, которые нам сейчас являются нашими союзниками США, ЕС, они одобряют эти изменения, но способ принятия правок в Конституции Украины является очень сомнительным. С точки зрения закона? С точки зрения и закона, и с точки зрения процедуры, проведения процедуры.
То есть, с одной стороны, вот видите, это самое, это вот состояние АТО, которое, по выражению нашего президента, должно длиться несколько часов или дней, да, оно уже длится несколько, ну, практически полтора года. И это состояние, наверное, все-таки мы скромно называем, то есть мы к статусу этого АТО юридически таки не, ну, как бы и не вернулись. То есть не рассмотрели и не решили просто, что же такое все-таки это АТО. И все-таки это АТО, ну, наверняка это все-таки не террористическая операция, не антитеррористическая операция, потому что это не операция вообще, а это вооруженное противостояние, и оно, скорее всего, подпадает под понятие, я бы сказал так, военного положения. Не войны, а военного положения. Да, но нам как бы это неприятно было признавать, и понимая почему, слышали объяснение, почему все-таки политики не хотят эти признавать, все-таки это, нам нужна помощь Запада, и при наличии военного положения она будет прекращена. А экономически Украина должна развиваться, к сожалению, да. Сейчас да. Не самый хороший момент для экономики, не только в Украине, а вообще как бы спады, намечаются регрессии. Значит, поэтому я бы сказал, что есть такое правило, когда Конституция не меняется в моменты военных положений. О чем говорит Ляшко Олег? Вот. К нему можно относиться к симпатии, без симпатии, но к этому выражению, ведь аналитики, которые он уже не только то, что ему пришло в голову, говорит, а там работают хорошие юристы, которые предлагают, и почему все-таки, ведь очень много уважаемых людей действительно не поддержало это изменение. Невзирая на самопомощь. Само. Да. Вот я хотел бы сказать, невзирая на само текст. Эти, про текст меньше всего говорят. Нет, текст абсолютно нормальный, там да, адекватный. То есть это, но поэтому, если это такое серьезное изменение, то, наверное, все-таки нужно было прийти инициаторам этого изменения. Мы знаем, кто это инициатор, да. А не просто это, чтобы это была работа секретариата. И за, извините, там пару часов принимать такое судьбоносное для Украины решение. Вы помните, Конституция Америки, она ни разу не менялась. Да, там только были правки. Да, там только были дополнения. Собственно, вы хотите сказать, что украинское выражение такое «не на часе» это было. Да, но с другой стороны, я хочу сказать это самое, что бывали ситуации и похлеще. В украинском истории, когда в 90-м году, помните, 16 июля, когда приняли декларацию о государственном суверенитете. Да, конечно. Верховный совет УССР. Да, какие у него были права принимать декларацию о независимости государства? Да это было противозаконно, это была государственная измена, по большому счету. Государственная измена. И здесь никто, извините, с народом, ну, может, это была воля народа выражена, да, но никто не советовался. И поэтому за ночь, да, это было принято. И Конституция была 96-го года принята тоже за ночь, как все помнят. А поэтому здесь, опять же, не было большого такого обсуждения всенародного. Но тем не менее, если все-таки как раз осуждая действия парламента прошлого созыва, именно 16 января, и речь шла тогда, помните, о широкой коалиции, ширки так называемые, нехорошее да выражение, помню, тем не менее. О законах определенных. И вот сегодня, получается, коалиция, которая пришла в парламент, де-факто, скажем так, потому что де-юре никто еще не объявлял, а его развали, члены коалиции не голосуют за законы, а оппозиционный блок, он, опять же, дал те голоса, необходимые для принятия закона. Да, мы продолжим сейчас наш разговор, просто у нас на связи есть политический эксперт, сейчас я попробую ему дозвониться, его зовут Сергей Лазовский, сейчас... Мы попробуем сейчас с ним соединиться. Связь идет, идет звоночек, но что-то пока не могу его набрать. Сейчас еще раз попробуем. Вот, соединение вроде пошло. Сейчас, секундочку. Не удается пока набрать Сергея, тогда мы, у нас на связи есть еще один человек, который вот как никто другой может определить вот эту с другой точки зрения грань между как бы прикрытием патриотизмом, народным гневом и грубым нарушением закона. Это у нас есть командир добровольческого батальона «Каскад» Сергей Разумовский. Сейчас мы попробуем узнать его мнение по поводу этих вот событий.
Да что ж такое, не можем никого набрать по скайпу. Ну, законный претензионный. Да, что-то меня, да. Не знаю, почему не можем мы их набрать сейчас. Сейчас я попробую, может, они сами нас наберут, а мы пока продолжим наш разговор. Так, собственно, что я хотела вас спросить. Вот смотрите, по закону вы говорите, да, конечно, все правильно. А, но с точки зрения... О, есть, есть. Алло, Сергей, здравствуйте, вы нас слышите? Да, Тарин, слышу. А включите, пожалуйста, свое видео, чтобы мы вас еще и видели. Вы в эфире сейчас. О, здравствуйте. Здравствуйте. Да, напомню, что у нас на связи командир добровольческого батальона «Каскад» Сергей Разумовский, он еще и политический эксперт. И мы... Да, 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 мы хотим услышать его мнение по поводу вчерашних событий на возле Верховной Рады, узнать, как он оценивает то, что вчера было. Это было как бы народное волеизъявление, или это все-таки был какой-то противозаконный шаг преступления, по вашему мнению? Алло, Сергей, вы меня слышите? Алло? Алло, Сергей, что-то вы пропадаете. Вы меня слышите? Давайте попробуем набрать вас еще раз. Что-то пропадает у нас связь, видите, как плохо. Сейчас мы попробуем еще раз, ну что поделаешь, проблемы техники. Так вот, пока нас не набрал эксперт, я хотела спросить. Как же, что же делать с политической составляющей? Ведь многие вот вещи в свое время, уже после революции, были, на многие вещи были закрыты глаза, когда, например, уже без надобности что-то захопливалось, да, вооруженными людьми, которые находились на территории мирной Украины. Помните, были разграблены имения Пшонки, да? Да, например, при всей нашей негативном отношении к Пшонке, но были разграблены, были вот эти, что да, гаражи Януковича, да, и да, да, да. Один из командиров. Вот, и не кажется меньше, ли вам, что это, вот это результат того попустительства, что было сразу, что надо было сразу пресекать вот такие вещи и показать, что у нас есть закон, и вот, попробуем. Сергей, вы меня слышите? Да, слышу хорошо. Вот, и я вас сейчас хорошо слышу, так ответьте, пожалуйста, на наш вопрос. Вы знаете, если говорить о преступлениях, то смотря с какой стороны вчера было преступление. О, объясните, потому что, да. Да, потому что попытки изменения Конституции в такой форме, в которой они есть, заговорили. Это не просто преступление, это, знаете как, это государственная измена. То есть хуже преступления придумать сложно. Я прекрасно понимаю чувства всех тех людей, которые вышли к Верховной Раде. А что касается брошенной гранаты и стольких жертв, к сожалению, такие столкновения... Опять пропал наш собеседник. Мы сейчас попробуем опять... Да-да-да. Сергей, пожалуйста, плохо вас слышно. К сожалению, видите, какие у нас сбои, и мы попробуем связаться. Так вот, продолжим наш разговор. Что, собственно, не кажется ли вам, что при попустительстве тогда оно дало вот эти ягодки сейчас? Да, безусловно. Вот, ну, вы понимаете, в чем дело, как было? Это же патриоты. Это вот что самое страшное, что люди, прикрываясь этим словом большим, патриотизм, они считали, что... А кто их может досудить? Вы помните, как покойный Саша Белый хватал за галстук прокурора? Это же была власть, которая... Но эту власть не признавали. Да, потом оказалось, что он взяточник. Потом, по-моему, была информация о том, что его арестовали за взятку. То есть как бы не зря он это делал, с одной стороны. Но, тем не менее, один из депутатов нынешних, да, и предводителей революции... Оказалось, он ездит на одной из машин, принадлежащих сыну Януковича. Да. То есть эти все вещи, с одной стороны, они негативны. Это так называемая революционная эйфория, которая говорит... Ну, помните, как это самое, как в революции
помните, конечно, ну, я говорю по историческим свидетельствам революции 17-го года, когда захватили... Кстати, 17-й год не за горами. Да-да, когда захватили Зимний, и как там поступили с интерьером, которые там были, матросы и солдаты, то есть они посчитали, что, в общем-то, они сделали самое главное, и теперь им все можно, потому что власть принадлежит им. И когда свергнули предыдущую власть, то теоретически элементы этой безнаказанности, безусловно, были. И они являются ли не причинами нынешней? Ну, смотрите, ну сейчас же вроде бы как бы уже легитимно избранный президент, да? Органы МВД возглавляет человек, который был тоже во главе лидеров Майдана. Президента избрали, подчеркну, большинством, первый раз, да, в истории, да, Украины, большинством, то есть, ну, как бы придали легитимизацию. И парламент, который был избран после этого дела, тоже как бы новый. То есть это же новые органы власти, а вот те органы, которые должны эту власть охранять, то есть так называемые правоохранительные органы, они практически не были изменены. То есть я думаю, что ребята, которые стояли, ну вот этот парень, который погиб, и говорит, Царство ему небесное, он был срочник, мы знаем, да? Да, он был срочник. Но есть люди, которые стояли там, они стояли позапрошлом году и в прошлом году. Извините, наконец-то появилась интернет-связь, и у нас на связи Сергей Лазовский, эксперт, который тоже прокомментирует нам ситуацию, которая вчера случилась под парламентом, с точки зрения и политической, и с точки зрения человеческой, юридической. Сергей, вы нас хорошо слышите? Да. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, вашу точку зрения на вчерашние события. Ну, вчерашние события — это не какой-то вырванный эпизод из жизни, он вмонтирован в длинную цепочку того, что происходит на Украине. Это как бы часть какой-то па национального украинского танца на граблях. Постоянно повторяют одни и те же ошибки. Дело в том, что Украина не состоит, это неоднородная масса, которая в едином порыве вдруг восприняла один и тот же тезис, и все его с удовольствием поддержали. Есть различные точки зрения, и именно это не дает возможности и предыдущей, и нынешней власти осознать то, что с народом надо общаться и вести диалог, а не путем каких-то репрессивных методов заставлять их принять свою точку зрения. При этом они эту точку зрения даже не пытаются популяризировать каким-то образом, объяснять, доносить до народа. Они просто говорят, вот будет так. При этом надо задаться вопросом, а конституция, она для кого? Для правящей какой-то верхушки или для всего народа? Если для всего народа, тогда странным возникают такие вещи, как, например, в 2009 году Наливайченко сказал, что там какие-то элементы в Крыму пытаются провести референдум, так вот мы не дадим им этого сделать. А сейчас в обсуждениях конституционной реформы Головатый повторяет, что там в Севастополе, конечно, хотели бы изменить статус города, но изменение статуса влечет за собой, мы же понимаем, сразу референдум, и вот этого мы не дадим. Поэтому вопрос тут совершенно другого порядка. Это не то, что произошло вчера. Вчера произошло совершенно понятно. Есть толпоэлитарная система, которая набирает все больше обороты, и уже не правительство, тавтология такая, правит страной, а страну управляют какие-то разобщенные интересы. У кого ружье в руках, он гораздо быстрее убедит в своей правоте или, во всяком случае, в том, что надо делать человека с книгой. На коротком этапе. На длинном этапе, конечно, должна победить книжка. Так что делать, Сергей? Какие выводы и как будет развиваться ситуация? Потому что надо делать что-то уже сейчас? Ира, здесь вопрос заключается в следующем. Если все-таки вот эти ребята на Печерских холмах поймут, что нужно вести диалог, тогда может наконец из этого что-то решиться. Если они попытаются ломать через колено, ну, решится, скорее всего, совершенно
совершенно не так, как они хотят. Но и, скорее всего, не так, как хочет большинство населения Украины. То есть мы дошли до порога реального понимания того, что есть различные мнения, как, ну, вот как в семье. Или находят какой-то между собой консенсус, договоренность, или разъезжаются в разные стороны. Европа знает два способа разъехаться в разные стороны. Чехословацкие, когда пожали друг другу руки и продолжают прекрасно сосуществовать рядом, мирно жить, но в разных квартирах. И есть югославский вариант. Мы оба знаем и тот, и другой. Какой вариант возобладает на Украине? Ну, пока что не чехословацкий, хотя хотелось бы так. Я поняла, да. Возможности договориться. Спасибо вам большое. Напоминаю, с нами был эксперт Сергей Лазовский, и он озвучил свое мнение по поводу причин, которые и привели к вчерашним событиям возле Верховной Рады. Ну, что вы скажете? Может, вы прокомментируете то, что вы только что услышали? Я во многом с Сергеем соглашусь, безусловно. Единственное, что, конечно, мне не совсем как бы выводы и политолога понравились с точки зрения возможности развода. Потому что Чехия и Словакия — это все-таки две разные нации, и точно так же было в Югославии. Да, в Украине кого делить-то? Если там у нас как бы считается нация-то одна, хотя национальностей много. Ну а как вы считаете, все-таки вот понятно, что это все нагнетается, это общая ситуация, которая причина-то была в том, что как бы поправки в Конституцию дают особый статус, хотя они не дают такого особого статуса, не будем в это упираться, Донецкой и Луганской республикам. Скажите, пожалуйста, вот не лучше ли, чтобы там избежать... Там не республикам, а территориям, которые... Да, территориям, да. Мы не признаем их как республик. Конечно. Территориям, которые там есть. Не лучше ли, ну как бы, я не знаю, что-то дать, какие-то им послабления, чтобы они там имели то, что они хотят, в принципе, чтобы не было этих жертв? Вы же понимаете, когда на вопросы любые отвечает та и другая сторона, и причина своих действий, они ссылаются на очень правильные позиции свои. Ну, допустим, Гопко, да, она озвучила. Подождите, это же требование децентрализации, это же требование Майдана. Это требование Майдана, да. Безусловно, да. Безусловно. Но... О чем Сергей подчеркнул? О том, что способ диалога между, вот, наверное, самое печальное, самый такой большой, если это станет уроком, то, дай бог, это станет уроком для Украины, обязательно должен быть. Кредит доверия — это очень хорошо, и народ верит своему руководству. Ну, он кончается рано или поздно. Да, но вы же понимаете, что в данной ситуации никто не мешает. Ну, послушайте, идет 2 месяца, Верховный Совет не работает. Можно об этом говорить, по крайней мере, через провладные средства массовой информации, позицию высказывать, да. Почему это хорошо, объяснять, почему не прийти в этот день президенту парламента, почему вот этот вот диалог между народом, ведь по большому счету и «Свобода», и «Радикальная партия», и другие участники этих как бы событий, они все в один голос говорят, что как раз процедура вот этого неуважения, а, как сказал Сергей, ломание через колено парламента, оно действительно толкнуло нас на грустные ноги 16 января 2014 года. Поэтому здесь вот этот урок должен быть четко усвоен. Нельзя так делать в дальнейшем. А если будет, то, наверное, к сожалению, эти эксцессы будут продолжаться. Но я же адвокат, и я должен, как бы, наверное, сказать о том, что а как может себя вести возмущенный народ, и сколько у него права, и на что у него это право. Да, скажите, вот просто всем интересно. Кстати, обращаю внимание наших читателей, слушателей и зрителей на то, что у народа есть права, и что он может делать. Вот сейчас внимательно слушайте. Да, мы вот прозвучало со слов Сергея, в словах его такая фраза о том, что то, что хочет большинство Украины, население Украины, но ведь кто... Что хочет большинство Украины? Никто же не знает, в конце концов. Да, ведь, в принципе, никакого замера существующего на самом деле не существует. И поэтому здесь или мы вправе, в правовом поле остаемся, или мы выходим. А правовое поле — это что, чтобы узнать? Правовое поле, смотрите, это самое. У нас очень интересный, кстати, вопрос. Как-нибудь будет в другое время, можно будет о нем поговорить.
Вот смотрите, чем отличается Россия и Украина в двух словах с точки зрения правового поля? Украина себя заявляет как правовое государство, а Россия заявляет себя как государство закона. То есть вот это противоречие между законом и правом. Закон – это выписанная норма. Выписано нормально, принято в надлежащем порядке. А право – это более широкое понятие, чем закон, то есть, где, который понимает еще помимо самого написанного закона еще и благо. Да, да. Кроме первоначально еще и благо. Так какие вот. Блага имеет? И вот здесь, это самое, здесь с одной стороны, право у народа существует на все. Например? В том числе… Но право народа даже на сожжение приста, если оно его не устраивает. Но каким-то способом, наверное, каким-то... Ну как, правовой способ свержения, да. Ведь это вторая, я цитирую вторую статью Декларации прав человека, которая предполагает возможность свержения власти, не устраивает, то есть свержение, речь идет именно о возможности устранение от власти людей, которых не устраивает их. Собственно, то, что произошло в 2014 году. То есть это предвидено в Конституции Украины, это, да? Не Конституция, это декларация, Всемирная декларация прав человека, но Украина является его подписантом, правопреемником через Советский Союз, подписантом этого документа, и поэтому должна как международный публичный акт его выполнять. Я напомню, что как раз они даже имеют большую силу, чем внутренние нормативные акты. Очень, кстати, интересно. Да, эти декларации имеют большую силу, и мы очень охотно на него ссылались в 2014 году. Да, на этот пункт. Да. Да, что, в общем-то, это было, опять же, как бы выгодно, а теперь, как бы, это самое, мы об этом, ну, не говорим. То есть, значит, смотрите, что происходит. Итак, у народа есть право, но нарушает право не народ, а нарушает право отдельные личности. И здесь возникает ситуация, что лица, которые совершили это вчерашнее преступление, а иначе его назвать нельзя. Погибли люди. Да. То есть право было реализовано. Последствия реализации права происходит правонарушение, уголовное правонарушение, точнее преступление. И эти люди должны понести наказание. Эти люди должны понести наказание. Заговорили да. Не просто о... Я думаю, что такой вот широкий, поэтому веер четырех преступлений. Именно потому, что там сразу изначально предполагается ответственность лиц, которые якобы были организаторами. И намек очень прозрачный был вчера у министра внутренних дел в отношении Тягнибока. А сегодня объявили о том, что милиция хочет с ним побеседовать. Мы не знаем в отношении чего, но, скорее всего, понятно, что вчерашних этих событий возле Верховного Совета, но в отношении самого этого, ну, грубо говоря, бросание гранаты, либо же вообще события, которые там были. Он не намекает, он прямо написал, безусловно, что я обвиняю Олега Тягнибока и партию «Свободы». Безусловно, что категорически Абакан запрещено написал. Делать любому, не только министру, даже президенту. Вчера президент сказал, что должны понести, безусловно, те, которые виновны, должны понести наказательство. Это вообще принцип не вчерашнего выступления президента, это вообще принцип закона. Да. Вот скажите, еще в этом контексте, вот после обвинения Авакова, Тягнибока и Свободы конкретно в этом преступлении, он говорит, вот так прямо говорит, я обвиняю, а есть такой журналист, ныне депутат Сергей Лещенко, так он говорит, продолжает эту тему и говорит, что если подтвердится, что убийца гранатометатель работал с одобрения Тягнибока, Свобода должна быть запрещена как террористическая организация. Надо, вот слишком много и скоро пытаемся запретить. Ну, мы коммунистическую всегда, партию запретили. Всегда, вот это тоже вопрос, вы понимаете, вопрос ответственности и вопрос преступлений, то есть юридической ответственности, уголовной ответственности могут привлекаться только люди, совершившие преступление. А запрет коммунистической партии, либо попытка запрета любой другой политической силы, она носит вообще немножко непонятный подтекст, потому что это получается публичная ответственность, которая нигде не предусмотрена. То есть, с одной стороны, закон о партиях предусматривает возможность, если они нарушают там определенные... Но это можно исключить из партии, да. Можно из списка в реестр общественных организаций, политических партий, исключение за нарушение, за конференции не проводятся, вообще не существует. Вы же понимаете, у нас около 200 субъектов политических партий, так называемых, души, да, но они же там из них там не работающих есть. И запрещать действующую, ведь вопрос, когда стоит о политической ответственности, это не правовая ответственность, это ответственность, которая, собственно, истекает из права выбора. Если политическая сила не угодна народу, народ ее не избирает. В этом заключается политическая ответственность. Закрытие же за какие-то, ну, как бы экстремистских организаций, они требуют обязательного
очень широкого и открытого расследования, доступа к этой информации, а не быть, знаете, таким как бы кувалдой, которая запрещает. Я бы, честно говоря, мое мнение, я бы коммунистическую партию не запрещал бы. Из-за того, что она и так, видите, как ее за нее проголосовали. О, извините, есть, да. По-моему, у нас на связи эксперт. Конечно. Сергей, здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте, да, слышу. Да, вы так и не закончили вот этот разговор. Вы сказали об ответственности парламента, который как бы рассматривал изменения в Конституции, тем самым, по вашему мнению, спровоцировал то, что случилось. Но как раз разговор прервался на ответственности тех, кто были митинговали и бросали гранаты. Можете продолжить? Вы знаете... Алло. Да-да-да, я вас слушаем, да. Ирина, все дело в том, что, к сожалению... Я должен констатировать, что в нашей стране формат митингов и майданов закончился. Теперь все социальные противостояния будут начинаться либо с гранат, либо с автоматных очередей. Потому что ни митинги, ни майданы до сердец и ума власть придержащих не доходят. И теперь, к сожалению, победит тот, кто первым начнет стрелять. Вот это мы, собственно говоря, и наблюдаем. Ну, а другого развития событий не может быть? Так все плохо? Не может быть. Вопрос принципиальный. Либо уничтожение Конституции и демократии, либо отстранение действующей власти от управления страной. Потому что введение президентских правлений, укрепление дальнейшей вертикали президента – это семимильными шагами путь к полномасштабной гражданской войне. Я вас поняла. Спасибо вам огромное, что вышли с нами на связь. Не за что. Не за что. Напомню, что это был Сергей Разумовский, это военный эксперт и командир добровольческого батальона «Каскад». Что скажете? Немножко такой пессимистический, да, прогноз. Да не то слово, конечно, страшный. Не хочется с ним соглашаться именно из-за того, что он такой страшный. А по сути? По сути, в стране, где идет вооруженные военные действия и масса оружия, уже нелегального оружия, находящегося на руках, и высокая степень радикализации населения, то есть мы уже умеем делать революции, причем, к сожалению, кровавая революция, mm-hmm. вот она, может быть, этот прогноз, к сожалению, будет реализован, но мне хочется верить, что все-таки возобладает здравый смысл, возобладает то, знаете, присущее именно украинцам право, вернее, не право, а уважение все-таки к правам другого mm-hmm. человека. Ведь а вот как, да, извините, что перебиваю, да-да. Просто вспомнилось, как вы вот относитесь к таким вот Робин Гудам, которые прикрываются национальными идеями, патриотизмом, которые, вот я приведу пример, Мукачева, контрабанда сигарет, там крышевали их добровольческие батальоны. Воровна, незаконная добыча янтаря, тоже прикрывались такими же как бы патриотическими организациями, которые имели на руках оружие. Вот как отличить вот это все, отделить одно от другого, где патриотизм какой-то, волеизъявление народа, а где простое крышевание какого-то незаконного бизнеса? Знаете, время, когда в конце 19 века, когда Вера Засулич стреляла в генерала Трепова, а потом была оправдана, наверное, давным-давно закончилось. Угу. То есть, ведь что тогда суд, вердикт какой был присяжных заседателей, они сказали, что... избиение, но он, я напомню нашим слушателям о том, что Трепов поручил одного из студентов высечь. И вот это вот настолько эмоционально повлияло на Веру, что, в общем, суд признал ее вправе совершить преступление, покушение, то есть, в конце концов, чуть ли не убийство, да, она была оправдана. Там была блестящая работа адвоката, но дело не в этом. Я думаю, что это время закончено. Поэтому, если патриот совершает преступление, патриот должен быть привлечен к ответственности. Другое дело, смягчающие обстоятельства, так называемые, не могут быть приняты во внимание. Но это преступление есть преступление. Если мы все-таки откажемся вообще и в угоду патриотизму от того, что не признаем право на совершение преступления, право на
свержение власти, подчеркиваю, это оно существует. Право на совершение преступления не существует. Вот, это противоправие. Вот я хочу, чтобы вас услышали сейчас, и чтобы вы еще раз подчеркнули, что право на... Повторите, пожалуйста, чтобы дошло до всех. Право народа на неповиновение, на несогласие, на изменение, на устранение власти, оно существует. Право человека, группы людей на совершение преступлений – это не право, это противозаконие, и поэтому оно не может быть признано цивилизованным обществом. Видите, не надо иметь... выдумывать какие-то велосипеды, все очень просто. Надо просто чтить закон, читать законы, и все тогда будет ясно. Будет, говорят, есть все, есть да и нет, все остальное от лукавого. Yeah. И жаль, но время нашей программы, к сожалению, постепенно подходит к концу. Я просто хочу сказать, что сегодня с нами был Владимир Тимошенко, старший партнер адвокатского объединения Тимошенко и партнеры, юрист, который нам помогал разобраться в том, где эта тонкая грань между патриотизмом, народным волеизъявлением и обыкновенным нарушением закона, а то и бандитизмом. Я думаю, что Владимир еще придет к нам не на один эфир, потому что разговор получился ужасно интересный. Мне кажется, эти 40 минут было нам мало. Мы еще очень много тем не раскрыли. Спасибо вам большое. Спасибо вам за участие в программе. А я передаю слово нашей Юлии Абрамовой, которая сейчас готовится прочитать выпуск новостей, но хочу сказать перед этим два слова, что не переключайте пока ваше интернет-телевидение по той простой причине, что еще на вас еще ожидает очень много интересных тем. Например, сегодня у нас еще будет интервью в прямом эфире с риэлторами, с людьми, которые знают недвижимость, о том, повлияла ли военная ситуация на цены на недвижимость, на аренду. Правда ли то, что людям из Донецких и Луганских областей намного тяжелее снять жилье, чем людям из других регионов? Есть ли какая-то заангажированность в этом вопросе. Вот. И также на завершение нашего сегодняшнего информационного дня, вас ждет незабываемая встреча с финалистом «Голоса страны» Арсеном Мирзояном, который расскажет о том, как можно легко стать звездой во время шоу и как трудно потом не потеряться и не быть забытым в шоу-бизнесе после конкурса. Не переключайтесь, смотрите нас. А сейчас выпуск новостей. А я с вами прощаюсь до завтра. До свидания.